Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, поздравляю вас всех с Днем Воскресным. Сегодня уже у нас последнее воскресенье, последняя неделя после Пасхи, седьмая неделя после Пасхи. Неделя, которая находится посредине между праздником Вознесения и праздником Пятидесятницы. Неделя, которая находится в том временном отрезке, когда святые апостолы со смешанными чувствами, с одной стороны, радостью о обетовании Божьем, когда Он пообещал им, что пошлет им Духа Утешителя, с другой стороны, с боязнью еще перед сильными мира сего, ибо мы знаем с вами, что они не пошли с этого дня проповедовать, а спрятались, сидели там, кто в Сионской горнице, кто еще где, и сидели, ожидали вот этого Духа Утешителя. И вот осталось уже немного дней, и этот дух будет пошлен, и мы с вами будем праздновать этот день в следующее воскресенье. Сегодня же, кроме того, почитается всегда, в неделю седьмую по Пасхе, почитается память святых отцев Первого Вселенского Собора. Сегодня почитается память также святых карпаторусских, в сонме которых находится и святой, частичка мощей находится в нашем храмовом мощевике Алексей Карпаторусский. Ну, еще среди таких известных нам нашей земли святых, это Илья Макеевский и прочие святые, которыми сегодня помолились с вами. Итак, отцы Первого Вселенского Собора. Что это за собор? Ну, начнем с того, что соборы — это, скажем так, собрание святых отцев, епископов, митрополитов, священников. Ну, как бы вот мы с вами немножко знаем, в наши времена были соборы уже там архиерейские, да, но это чисто архиерейские соборы. Был поместный собор, когда избрался патриарх, был поместный собор, когда избирался блаженнейший у нас, представитель нашей церкви. И вот, так вот, как бы таких выборов у нас не было, как в стране президента выбирают, да, но было у нас там в епархии, в епархиальном управлении собирались священники, избирали представителей, кто поехал на поместный собор. Вот. И вот такого плана был и Вселенский собор. Первый Вселенский собор был собран в городе Никея в 325 году. Почему он был собран? Многие из вас уже знают, но повторимся для тех, кто не знает, что в те времена очень развилась большая ересь ария, вот, который утверждал, что Господь не есть человек, что Иисус Христос есть человек, и в нем ничего не было божественного, вот, он не имеет божественное происхождение. А поскольку он был человек, но такой вот благочестивый, то через него Господь явил славу свою, и вот с тех пор, вот это, в принципе, сейчас можно сказать, свидетели Иеговы, они тоже заявляют, что Иисус Христос Сын Божий, но не Бог, и отрицают Святую Троицу. Вот тоже было отрицание Святой Троицы, и эта ересь очень распространилась, потому что Арий был очень искусным проповедником, и мало того, он верил в то, что говорит. А вы знаете, что если человек верит в то, что говорит, он может за собой увлечь очень много людей. И вот Арий, его проповедь страстная, горячая, звучала везде, и за ним шли люди, и эта ересь начала распространяться очень быстро. Святые отцы наши, увидев, что эта ересь распространяется, они очень об этом беспокоились. И вот как раз пришел на престол в Константинополе первый православный император Константин, у него была православная мать Елена, да, благодаря им. Какой праздник мы празднуем? Воздвижение, кто-то подсказывает там, да, воздвижение, то есть Елена нашла крест, и вот его воздвигали тогда вот в Иерусалиме. Так вот, Константин и Елена, кстати, вот у нас скоро уже приближается праздник, в субботу, по-моему, Константина и Елены. У нас икона их есть. Вот, Константин и Елена.
И вот они, ну, средствами империи, император Константин собирает Первый Вселенский Собор для того, чтобы определиться, кто же прав, Арий или другие епископы, которые не признавали учение Ария. Все лето находились святые отцы в Никее, было их 318 человек. Были очень жаркие споры, были очень жаркая полемика. Каждое слово, учение, которое они решили изложить, вероучительное, в вероучительном документе, оно измерялось на то, чтобы оно соответствовало Священному Писанию и апостольскому учению. Известно много случаев из этого собора, которые дошли до нашего времени. Мы знаем о том, как святитель Николай на этом соборе Арию дал пощечину, да? Потому что Арий начал петь псалмы Богородицы, которые сам сочинил, так называемые псалмы, в которых рассказывалось о том, что она не есть Богородица, она есть Христородица, родившая Христа. Вот, ну, он это верил, он не хотел на ней издеваться, вот он-то вот так считал. Но все отцы святые закрыли уши, чтобы не слышать эту ересь, а святитель Николай не выдержал, встал и дал пощечину, таким образом закрыв рот этому Арию. Вот, то есть, после этого Константин сказал его, чтобы за него забрали святительский сан, забрали у него мафор и посадили его в темницу. Потому что, ну, Константин не потому, что он такой вот плохой был, да, потому что он под своим, по своей гидой собрал этот собор, он хотел, чтобы все прошло там без никаких насилия, без никакого, да, вот все прошло чинно и благочестиво. И тут вот такой конфуз. Но ночью явилась Богородица, которая дала мафор, дала Евангелие святителю Николаю, узнав об этом, Константин призвал его назад, привел его и... Здесь опять на соборе трудился. Также Спиридон Тримифунский. Сейчас у нас есть частичка его башмачка и частичка его ризы в храме. Спиридон Тримифунский, который в споре с еще одним еретиком. А доказательство того, что существует, чтобы показать ему, как Святая Троица есть слитно неразделимо, да, вот жал кирпич в руках, и пламень из этого кирпича вознесся вверх, вода потекла вниз, а в руке осталась глина. Вот он сказал, вот как вот этот кирпич является единым и в то же время состоящим из трех частей, вот так же и Святая Троица есть, Бог, Отец и Сын, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. После этого, когда закончился Никейский собор, через несколько месяцев, было утверждено 7 символов, 7 частей, первых 7 частей символа веры. Вот, знаете, да, символ веры, вот первые 7 частей были утверждены там. Потом следующие 5 частей были утверждены на Втором Вселенском соборе, который состоялся почти через 60 лет. И была ересь Ария посрамлена. Арий был заслан, но тем не менее он не сдался, еще долго проповедовал, и еще арианство не продержалось которое некоторое время. Но все-таки в конце концов оно сгинуло, потому что, как и все ереси, которые в конце концов пропадают, потому что у них нет базы Господней, да, они являются ересями. Вот такая вот история с отцами Первого Вселенского Собора. С тех пор дьявол не раз пытался сорвать хитон Господний, тело его разрывать. Вот как здесь, в случае, когда Арий пытался оторвать от тела Христова, церкви его, людей, так и позже. Позже происходит один из самых больших расколов и самых мучительных расколов. Это раскол на католическую и кафолическую церковь. То есть католическая – это западная, римская, кафолическая – это восточная. То есть православная церковь, в которой сейчас ходит 15 поместных церквей. Позже,
католическая вера. Ну, он бы был этот раскол, может быть, не таким бы явным, если бы позже католическая церковь не начала собирать так называемые свои вселенские. А почему вселенские? У нас 7 соборов. И вот даже вот 8-й, который недавно собирался, он как бы его пытались назвать вселенским, но признать его вселенским как-то тяжело, потому что вселенские соборы, это были соборы, когда были, на них присутствовала и римская церковь, как равноправная церковь среди всех, ну тогда их было 5 поместных церквей, вот, как равноправная церковь, она была как, ну, держалась тех же догматов. Вот на этих вселенских соборах удержались все догматы, и вот римская церковь начинает собирать свои так называемые вселенские соборы, хотя какой она может быть вселенской, если она одна, да? Вот. Ну и она собирали, и вот они исправили часть догматов, которые были утверждены в этих вселенских соборах. То есть вот в чем беда. Не беда в том, что мы расколоты, потому что расколотые осколки все-таки склеить можно. А беда в том, что они изменили вероучение церковное. И вот эта вот гнильца, которая появилась в учении, да, ихнем, она позже приводит к тому, что пошло полностью разложение. У них уже пошел раскол на протестантский в 16 веке, в 17 веке англиканский раскол. Вот, и постепенно эти расколы начали дробиться еще больше, больше, больше. И в результате сейчас у нас в мире около 1000 христианских так называемых деноминаций. То есть сект и расколов. Среди них и раскол наш, украинский, в основе которого лежит обыкновенная человеческая надменность, гордыня человеческая, да, когда не избрали Филарета патриархом, он обиделся и решил создать свою церковь и все-таки патриархом стать. К тому же не хотел оставаться с казной, когда ему сказали, там, что вот, чтобы он поставил свой представительское место в УПЦ. Он, ну, короче, это все его гордыня, вся его надменность, она здесь вылезла. Или же гордыня, опять же, которая связана с тем, что вот я, знаете, есть такое выражение, я горжусь, что я украинец. Да, в России говорят, я горжусь, что я русский, я горжусь, что... Вот это есть та гордыня. Вот у нас автокефальный раскол, автокефальная церковь. Я украинец, а значит, у меня должна быть своя церковь. Кто тебе это сказал? Покажи мне, где это написано, что у тебя должна быть церковь. А я херсонец. Я родился на Херсонщине. У меня должна быть своя церковь, херсонская. Чего это? Правильно? А крымчаки сейчас говорят, а мы крымчане. А мы хотим свою крымскую церковь. Мы ж крымчане. А мы херсонцы, у нас кто родился на Херсонщине, мы знаем. Да у нас и речь немножко отличается и от России, и от Украины. У нас своя речь. Да? У нас... свои какие-то обычаи, если у нас есть свое, мы такая, какая-то группа, вот, так давайте тогда сепаратизм церковный развивайте дальше. Почему только там вот так рассказывать? Но самое страшное, что они называют себя православными, но они вне церкви. Ну вот как объяснить вам на анатомии человеческой, да? Вот Иисус Христос — это глава церкви, то есть голова. Это написано в Священном Писании. Это я не выдумываю. Это написано в Священном Писании. Иисус Христос – глава церкви. У головы должно быть одно тело? Да. Если два тела у одной головы, это уже уродство какое-то, да, мутанты. То есть одно тело. Одна голова, одно тело. Все. Все остальное – это уже не есть церковь Христова. 15 поместных церквей, которые вот сейчас есть, да, вот это там Иерусалимская, Русская, там Греческая, Американская, Константинопольская, это части этого тела. Это не разные церкви, это одна церковь, но части тела, там руки, ноги там, и так далее. Но есть Киевский патриархат, который называет себя православной церковью, да, есть... там униаты, которые тоже дерзают себя называть православной церковью, упоминая за службой Папу Римского. Есть там автокефалы. Что они, ну вот если взять и разобраться, Киевский патриархат, они же ничем не отличаются от богослужения от нас. Ну разве что там многие из них служат на украинской мове.
Я ничего не имею против языка украинского, потому что это мой родной язык тоже. Вот. Но то, как его извратили, кстати, чуть отступление. Вот общался в эти дни с выпускниками. Они очень жаловались. Вот они сдавали ЗНО по украинскому языку. И возникла проблема. Там было задание поставить ударение, наголосы поставить. И они многие ошиблись. Почему? А потому, слово «выпадок» чи «выпадок»? Где правильное ударение? Выпадок. Выпадок. Это мы учились в школе советской, мы помним, да? А они слушают телевизор, где западенцы, галичане сидят, говорят «выпадок». И прочие-прочие такие слова, где ударение там вообще не к месту, не в том месте. Они слушают это. То есть я считаю, что если хотите, чтобы украинский язык сохранился, то прежде всего вы дикторов, которых вы набираете, заставьте сдавать первых экзамены ЗНО на украинскую мову. Для того, чтобы они могли чистым украинским языком говорить, нести его в массы, чтобы наши выпускники на экзаменах не ошибались. Потому что они были в шоке, оказывается. Выпадок, а не выпадок. А с телевизора, послушайте, везде выпадок, выпадок, выпадок. Да, и много. Но я сейчас можно привести массу таких случаев, где это самое. Так вот. Единственное отличие, да, что они там где-то. И то не все. Вот знаменитый наш херсонский раскольник Иван Замараев, который такой, вот, говорит, ой, батюшка, такие передачи вот. Он до сих пор украинского языка не выучил. Он до сих пор служит на русском языке, хотя решил он украинский патриот. Да не патриот он, когда его запрет отправил владыка, он не послушался и перебежал бегом в киевский патриархат. И так и остался там. Прижился, стал, папу поставил своего епископом, вот, сунул туда епископ, и теперь он руководит всеми херсонскими КПшниками. Он их, кого хочет, убеговым милует, кого хочет, наказывает. Папа там уже болезненный старенький, он там сидит, что-то там. А этот руководит всем. Зачем ему назад возвращаться? Ну и украинский язык учить не хочет. Да даже этот Заря есть такой Филарета Денисенко, так сказать, помощник, один из главных. Он мне признался недавно, что он часто служит службе на славянском языке, чтобы не терять практику. А какая тебе практика? Собираешься все-таки когда-то прийти в церковь настоящую. Так вот, почему? Они вроде бы тоже как бы православные, да тоже как бы имеют это вот такое вот... Ну вот, знаете, когда человек попадает в больницу с аппендицитом, ему аппендицит вырезают и выбрасывают, да? Или там какой-то несчастный случай на заводе, или что, палец отрезало, тоже... Так сказать, ну, отрезало, да. Если был лед, положили в лед, да, то еще возможно, что этот палец пришьют. Если же не положили, то он начинает гнить, и уже ничего ему не сделаешь. Так вот эти расконечные части, они как бы вышли из тела Христова. Да, они были там внутри, как аппендицит, как этот палец. Ну, его выбросили сейчас, они вне тела Христова. И хорошо, если не просто там вот находятся где-то в морозилке, да. Но они с большим словом своим гниют, потому что они дальше разлагаются, как вот те части тела, которые находятся в них. Что от нас требуется, вспоминая святых отцов Первого Вселенского Собора? Ну, во-первых, сектанты, когда пытаются с нами говорить, они очень часто требуют от нас подтверждения нашего правильной веры текстами Святого Писания. Они очень хорошо, они тренируются, они сидят там, его изучают, все. Нам, кстати, тоже надо когда-то все-таки сделать, как бы, так называемое после службы агапы, чай попить, и за это время что-то обсудить, какой-то вот священный текст, для того, чтобы мы могли более, так сказать, ну, по крайней мере, какие-то вот такие вещи, чтобы у нас здесь появились, вот сейчас их выгнали из России, запретили все эти Иеговы, которые очень опасная секта. Да так кажется, что они такие божьи одуванчики. Это очень опасная секта. И в России их правильно запретили. И не только в России, еще в части стран их запретили. Вот. И нужно и здесь запретить. Но у нас ничего, у нас церковь сатаны разрешили. А иеговистов, то, конечно, тем более оставят. Так вот, они здесь появились, эти, так сказать, как я их называю, будильники. Потому что у них журнал «Пробудись», помните, там написано, они раздают его. Да, да. Так вот, но если мы начинаем с ними говорить, не мы, вот большинство из нас, они нас задавливают цитатами, потому что они их очень много знают. А мы тогда с ними не знаем, что делать. Так вот для того, чтобы мы могли, лучше вообще не вступать с ними, если мы слабые, да? А я, если же вступаю, то я знаю, чем их бить.
То есть надо изучать Священное Писание. Это наша первая задача – изучать Священное Писание. Но изучение Священное Писание, изучение Священного Писания – это еще мало. Ну что, мы будем... А? Историю надо знать. Ну, история... Ну, да, тоже надо знать. Ну, Священное Писание, но нужно еще жить по Священному Писанию, да? Если я приду пьяный, достану сигарету, там и стану перед ним, буду рассказывать Священное Писание, то никакого эффекта от моего, так сказать, воздухосотрясения не будет. А если они будут знать, что человек этот живет по Евангелию, и пришел еще им что-то рассказать, то они сами сдадутся, они не будут, они уйдут, они не будут говорить с вами. Третье, что нам нужно, то есть первое, Священное Писание изучать, второе, жить по нему, и третье, детей своих учить. Потому что они очень, эти секты, ловят наших детей на каждом углу, на каждом этом самом. Они слабых детей, слабых душой, они пытаются их затянуть себе. Отсюда вот эти группы ВКонтакте, ну сейчас ВКонтакте закрыли, они появятся в Фейсбуке или где попался, вот эти синие киты, в которых там к самоубийству призывают детей. Разве ребенок, который ходит в церковь, причащается, он будет думать о самоубийстве? Да никогда. А который не ходит, не причащается, не знает, что такое. Да не вот интересно, адреналин и прочее, прочее. И вот и они их вытягивают. Или в такие вот группы, или в секты. Сколько было Белое Братство, помните? Было в 90-е годы. Я когда первый раз увидел, я сам был в таком восторге. Ну, тогда я в церкви был далековато. Но в восторге, какие они красивые все. Они все были в белых сияющих одеждах. И все молодые, и все красивые. Девчонки, а я же тогда был еще молодой. Девчонки, ну не насмотришься на них. Так вот, глаз не оторвешь. И вот этим посредством они к себе тягали молодежь. Потому что молодежь была в этом отношении неграмотной. То есть, вот это нам нужно знать. Третье, да? То есть, первое, изучение Священного Писания. Второе, жить по нему. И третье, учить своих детей, чтобы они... Дети... И мы, кстати. Я хочу сказать, что дети должны знать Отче наш, символ веры. 50-й псалом. Это самый стандартный набор, который должны знать дети. Вы все знаете это наизусть? То есть, если знать, это хорошо. Если не знать, то бегом учите. А потом учите своих детей и внуков. Притом, я говорю, что специально учить не надо. Вы каждое утро читаете «Отче наш», «Символ веры» и 50-й псалом. Читаете. Через 2-3 месяца вы будете их знать наизусть. А кто будет внимательно читать, те уже через месяц будут знать их наизусть. И также и детей. Становитесь с ними, читайте вслух. И они через месяц, они еще раньше вас это наизусть выучат и будут его повторять. И из этого вытекает, что мы еще должны быть людьми молитвы. Потому что они собираются на свои молитвенные, эти так называемые шабаши, сборища. Да, они собираются каждое воскресенье. И не пропускают. И не дай Бог пропустить. Их потом там будут шерстить, что ты не было, что-то и так далее, ну, разве что заболелся. А мы с вами. Вот у нас один Сережа такой, который не пропускает ни одной службы, да? А так все, где-то у нас что-то нам когда-то раз в месяц, кого-то и два раза в месяц, кого-то по месяцу не бывает, да, то есть. Значит. Их что-то больше держит, чем нас, да? Нас, мы можем себе пропустить, можем позволить себе не ходить в храм. А если они более устремлены, с целью устремлены, то и мы будем посрамлены, когда с ними вступим, потому что у нас нет того вот задора, который мы можем задавить любого сектанта вот тем всем вышесказанным мной. Ну, естественно, причастие, исповедь, то есть нужно иметь или духовника, или часто причащаться в своем храме, если вы не считаете священника духовником, но исповедоваться и причащаться нужно часто для того, чтобы вы были чисты и все могли бы, так сказать, преподать этим людям какие-то уроки свои.